2410 медицинских работников из 50 организаций здравоохранения Тверской области получили стимулирующие выплаты за оказание медицинской помощи жителям региона при выявлении и лечении коронавирусной инфекции. Напомним, распоряжение о дополнительных поощрениях медиков дал президент России Владимир Путин. Начисление средств производится за фактически отработанное медиками время. Все подробности далее. В начале текущего месяца во время одного из обращений к россиянам президент Владимир Путин объявил о введении новой меры поддержки медработников, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. А именно, на 3 месяца, начиная с апреля, установлена специальная федеральная доплата специалистам, работающим с инфицированными больными, за особые условия труда и повышенную нагрузку. Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала – 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей. Средства на стимулирующие добавки выделены не только из федерального, но и из областного бюджетов. В настоящее время в нашем регионе все выплаты медикам за отработанное в апреле время в полном объеме осуществлены до 1 мая 2020 года. Выплаты за текущий месяц работники здравоохранения будут получать в дни перечисления основной заработной платы. Очень важно, и мы это сами прекрасно понимаем, своевременно доводить средства до этих работников, потому что вопрос материального стимулирования, он является ключевым в силу того, что большинство из этих людей, которые у нас работают на медицинской ниве в борьбе с коронавирусной инфекцией, являются в большинстве случаев добровольными специалистами, которые выразили желание работать на передовой. Таких людей необходимо поддерживать, считает губернатор. При этом с увеличением числа инфекционных госпиталей увеличится и количество специалистов, которым будут начисляться стимулирующие выплаты, и средства на это предусмотрены. При этом сами медики отмечают, поощрения действительно выплачиваются. Правительство нас поддерживает, наше руководство нас поддерживает. Мы получили выплаты в зависимости от того, когда вышли в штаб работать. Все эти выплаты реальные. Это не просто какая-то фикция на бумажке. На самом деле мы получили деньги. При этом, если кто-то из медработников по какой-то причине не получил полагающиеся выплаты, он всегда может обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения Тверской области по номеру 8 800 551 1204, где можно будет получить информацию по надбавкам. Также по этому номеру можно проконсультироваться по вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи жителям Тверского региона.